профессионалам зарплата навалом. Плевать, что налет, они зубы плюют, им платят денежищи, огромные тыщи и даже за проигрыш. И за ничью игрок хитер пусть берет на корпус, бьет в зуб ногой и не в зуб ногой, а сам в итоге калечит ноги и вместо клюшки идет с клюкой. Профессионалам, отчаянным малым, игра лотерея, кому повезет, играют с партнером, как бык с матадором, хоть кажется принято, наоборот, как будто мертв.